Всем привет! Сегодня я впервые отправился на просторы Горьковского водохранилища с легким джигом на береговую рыбалку. В планах у нас была и рыбалка с лодки, по жереху, судаку и окуню. Но эти планы были составлены на второй день, а в первый решили покататься по разным точкам на самом море и впадающих в него реках. Рыбу искали довольно долго, больше просто изучая новые локации и даже отдыхая. И на удивление, уже под самый вечер нашли окуня не где-то в потаенных уголках, а прямо под собственным лагерем. Но и тут все было не так просто. Окунь активно гонял крупного малька по поверхности и на простую джиговую проводку практически не реагировал. Но вспомнив опыт ловли котлового окуня на домашнем водохранилище на Зорях, решил попробовать пелагическую проводку, что и стало решающим действием этой рыбалки. Окунь начал клевать практически на каждом забросе. А по снастям у меня сегодня снова был полюбившийся бюджетный спиннинг от Crazy Fish – Оптимус в тесте до 14 грамм, который в равной степени мне зашел и по ловле жереха, о чем на канале можете посмотреть уже несколько роликов, и, конечно, по прямому назначению в легком и микроджиге, при ловле окуня и не только. Это хороший. Такие окушки. Грамм по 200. Ага. Хватает сразу. О, есть мелочь. Совсем маленький. И трясется приятно. Окунь все время под вечер выходит на котлы вот на эти. Есть. Каждый заброс. Не крупный, но клюет. Волжский размер, правда, не тот, 100-граммовый. Медленно? Не, быстро. И такие прям сильные подергивания, как твич такой. Вот, смотри. О, смотри, как котлет. Дальше крупный котлет-то. Да. Вот, видишь, как я делаю? Эх, вот туда в забросе, там прям такие мордатые. А здесь вон, шелупонь, смотри, какая вообще. Пальцы. Весь подряд клюет. Приманочка у меня большая. Такой как будто снег. Там все в сумке. Бери. В этой же? Да, в том же отделе. Эх, он туда бы добросить, да, там какие монстры. Может, туда идет попозже, поближе. Крупный-то. О, вот это получше вроде. Да. Тут уже посерьезнее немножко, ну тоже маленький, ладошка. Как на содышке, на зорьках, помнишь, ловил? Это ненадолго. Не знаю, может быть здесь надолго. Думаю. А кто его знает? Солнце еще высоко, а он уже клюет сверху. Тут малька много стоит, я думал, он тут будет стоять. Никуда особо не денется. Может, даже покрупнее подойдет. О, мелочь. Полез. Каждый заброс. Да, попробуйте. Попробуй приманку поменьше. Пелагический джигинг. О, серьезней. Помордачий. А он цвет какой? Такой зелено-коричневый. Вот это что, что ли? Да.
Полярис. Да, на простую проводку вообще не брал на ступеньку. Со дна. Глубина мелкая. Мне кажется, можно грузить еще меньше. Докидывать. Можно и больше. Можно, мне кажется, десятку поставить туда, попробовать кидать, где крупную. Какая больная разница, ведешь с пол лады. Перестал. О, гнался он. Вон. Видел? Ага. Мелочь гонится. Ага, взял. Ну, не такие тут все, 150 в основном. Нормальный размер так. Нормально. Где же волжские монстры? Завтра будут? О, малька выдавлю прямо пол ног. Оп, есть. Вроде посерьезнее маленько. Нет, тоже небольшой. А там самый большой ты сколько? Да грамм 200 самый большой. Побольше этого, да? Да, да, это 100 грамм. Глотает жадно. Засолк пойдет. Съедобный размер. Надо, наверное, грузик еще побольше попробовать поставить и дальше кидать. Мне кажется, он крупнее будет окна брать. Попробуй, поставь грамм 8. Вон она, какая поклевка. Да, крючки в маленьком верхнем кармашке. Ну, сдается все его потом на глиз и иди сюда. Поклевка мощная, окунек подошечный опять. Глотает хорошо поляриса. Засолочный вариант. Ну, вот это вроде бы даже рыбка посерьезнее. Как мальки сразу от него побежали во все стороны. Ну, как толкается хорошо. Комарики кусают. Ну, нормальный окунь. Ну вот это уже можно назвать с натяжкой волжским размером. Но уже поклевки реже. Такого котла нету, как до этого. Что прям каждый заброс. А то и не по одному. Может быть, вернется еще под самый закат-то. Выйдет. Проводка прям очень агрессивная. Мелко. Грузик большой. Ничего, когда вот он есть, он берет. Ну, вроде так тоже ничего, кунишка. О, какой пузатый. Нажрался тюльки. Вон она у нее там изо рта торчит. Кого он ест? Давайте посмотрим, что за рыба. Ну-ка. О, и не мелкая рыба-то. Кто это? Тюлька. Крупная тюлька. Нормальную рыбку заедает. Но теперь сам станет едой. Так, надо перемещаться туда. Там поклевывает. Так, ну этот у нас попался уже на ступенчатую проводку со дна. На классику. Давайте попробуем снова.
И нифига, сожрал такую здоровенную беляшку. Еще и клюет. Вот жадюга. Вот он тут ее и гоняет. Потому что бель-то не мелкая такая. От него разбегается. Прожорливый. Аппетит у него хороший здесь. Вышел бы снова только котел, а не одиночная. Тогда было бы весело. Как поначалу. Что не заброс, поклевка. Блин, все по лерису уже раздраконили. О, чавкает. Чавкает, чавкает, я слышу. Значит, стоит попробовать пелагическую проводку снова. А, сидит. Не дал даже упасть. Я смотрю, что-то леска у меня не провисает, не падает. А он там уже сидит, но это не крупный. Хотя как, вроде как забился. Я понял, знаешь, почему у меня это не получается? У меня спиннинг жесткий. Может быть. Ну такой, 100 грамм. Пойдет. Ага, прям сразу. О, какой красавчик. Неплохой вроде взял. Да, полярис. О, боевой такой. Ну, нормальный окунь, кстати. О, какой. Вполне себе. Полярис 3 дюйма. Цвет вот такой коричнево-зеленый. Вот он прям зачвякал, зачвякал везде, но, блин, далеко. Не долетает метров 10. Котел прям конкретный. Целая стая окуней вышла. Чавкает, жрет. Но далековато. Нитку бы потоньше. 0,4. Сейчас бы долетало. С 0,8, конечно, тяжеловато. На 50 метров я не кину. Все, затих. То прям такой был выход, все бурлило. О, сейчас взял. Не крупный. Ага, есть. Не сильная поклевочка. Со дна взял. На ступеньку на обычную. Окунишка. Ну тоже не крупненький. Ну так, кстати. Более-менее. У нас таким радуешься. 150. Попробуем завтра с утра его половить. Ну, по крайней мере, я. Женя вроде как поспать хочет подольше, а я, наверное, проснусь к рассвету. Просто даже интересно, есть у него утренний выход, нет, насколько он проявлен. Может быть, с утра крупнее окунь-то выходит. Да, окунь тут, конечно, полно. Вот подвис со дна. Со дна пошел, да. Окуня полно. Покрупнее бы, конечно. Кстати, тоже так. О, нормальный. Тоже так. 150. Вон как глотает. Приятный окунек. Вон как он плюхается. Ну, что-то перестал сверху брать.
Гонял, гонял, проводки делал, нифига. Хотя всплески есть. Ага, с ударом с каким. Классная поклевка. Послушный. Ну, кстати, такой. Тоже ничего, окунишка. Ну, а весь такой вот мерный. 150-200. Оп-оп-оп-оп-оп. Кто-то взял вроде как посерьезнее. О, как трясется. Покрупнее или просто побойчее? Ну, и покрупнее, и побойчее. Хорошая окунишка. Такой 200 грамм. Самый засольный. Эх, дабы его тут на микруху половить. Такой кайф. Он тут злой. Прям хищный-хищный. Лупит сильно, сопротивляется, бойко. О, маленький какой-то повис. О, свалился. Поклевки, конечно, у него тут. Ой. Одно удовольствие. Даже на такую довольно грубую снасть. Палка до 14 грамм. Шнур 0,8. Ага. Со дна. Иди сюда. Бойкий, бойкий. Но не крупный. И самое главное, что все это происходит буквально под лагерем, где мы поставили палатку. Никуда ходить даже не надо. Полдня катались, искали. Два окуня поймал за весь день. Нашли местечко, где... Ох, какие, блин, удары. Нашли местечко, где можно поставить палатку в соснах. И прямо тут под палаткой нашли окуня. Солнышко все ниже и ниже. Да, солнышко ушло, и походу все. Ладно, попробуем с рассвета. Ну, за вечерку килограмма 2,5, может быть 3, окуньков поймал. И то неплохо, на самом деле. Учитывая то, что новое место, и всю рыбалку мы его искали. Ну а сейчас отдыхать. До завтра. Всем доброе утро. Время 3 часа утра. Я проснулся пораньше. Пошел на реку. Попробовать половить хищника с рассвета. На улице штиль. Красота. Рыбка уже начинает гулять. Ну и есть первая поимка. Но, правда, не окунь, а вот такой небольшой бершишка. Тоже взял на поляриса. Окунь пока молчит, а вот бершик в сумерек попался. Так, кто у нас там попался? Окунек. Ну, это вторая рыба за утро. Полчаса стоял ни одной поклевки, но сейчас... Попался, наконец, первый окунек. Но будем надеяться, то, что поклюет. И с утра тоже. Да, с утра прям реденько. Но при этом жадненько. Ну, вроде пошел. Вроде проснулся. Не крупный. 100-граммовик. Да, с самого рассвета вообще была тишина. Один бершик попался и... Все.
потом пара окуней и затишье. Ну что, ребят, утрянка не задалась. Поклевки есть, но редкие и в основном мимо. Поймал, наверное, ну, может быть, десяток пушков, в основном маленьких, одного бершика. И все. Такой раздачи, как на закате, нету. Ну ладно, хотя бы вчера душу и отвел. А сейчас уже пора заканчивать. Пару последних забросов. Да, вчера вот мы сколько времени прокатали. И на саму Волгу. И здесь тоже. По Ёлнате. А нашли под самый конец, прямо под лагерем. Ну, еще один забросик. И на этом все.